Ужа. Куда мой отец делся, вот он. Беглец. Папа, где ты был сейчас? Привет, привет, ребятки. Алло, пойдем. Алексей Викторович, привет, привет. Итак, Балтер, Настя, идем попиздим с моими подписчиками. Смотрите, с кем вас познакомлю сейчас. Короче, вот, Настя Балтер. Они сейчас все будут искать. Сейчас обслуги металли будут плохие. Сейчас да. Вон Кристина жрет, сидит здесь, не нажрется никак. Я, кстати, поменялась, я стала более женственной. Более женственной. Я больше не быдла. Научилась более качественно пиздеть. Нет, я сходила на макияж. Я знаю, как украсть, иди 10 минут и все, и до свидания. Так, ты Стэн, ты Стэн. Привет из Беларуси. Балтер, привет, привет. А где Брянская? Да хуй ее знает, где она, блядь, ну спросите. Она к тебе не будет возвращаться? Нет, ну упаси бог, блядь, ну. Так, блин, у меня вон девушка моя сидит. Ну подожди, в процессе, да. А ты с кем ты встречаешься сейчас? С Эльмирой. С Эльмирой? А ты же встречался вроде с другой заселяться. Не, у нас ничего не было. Ничего не было? С ней, с ней. Вчера с тремя телками посидел. Привет, привет, ребята, Мариуполь, здорово, так. Вот, Балтер. Ты что-то колешь себе, Лёш? А? Ты такой молодой в жизни. Да, я себе делал один раз ботокс и убирал пигмент. В Израиле сгорел очень сильно, М22 лазером. А сейчас хочу с Терехиным Мишей пойти. Вот он вчера был, я не смог. Это бывший Бородиной? Да, и на, короче, физа, хуиза, точечки делают такие, как он. Физотерапия? Нет, блядь, как это называть? Много точечек, как... Мизотерапия, как называется? Да, по-моему, так. Что-то похоже. Миза, короче. Короче, вот так. Да, да. Балтер на голые кулаки готовится. Балтер, да, не слушайте, вернется. Придем тебя поддержать. Ты знаешь всегда, да, прямой, блядь, подбородок, это хрустальный у всех, блядь. Да, вот это вот низ. Это смертельный треугольник. О, Степан Валерьевич. Смотрите, кто пришел. Смотрите, какие мужчины пришли здесь. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Ой, привет. Какие прекрасные здесь. Всем любви, поздравляю с наступившими всех подписчиков. 64 миллиона? Да, нифига себе. Вот это Саша, смотрите. Классная какая Сашка. Жаль, лесбиянка, но, блин. Вообще было бы ништяк, но... Пойдемте, познакомлю вас, ребятки, со своей... Эльмира, ухаживаю сейчас за Эльмирой. Привет, Леш. Буду. О, здравствуйте. Хорошим я буду мальчиком. С радостью принимать ухаживание. Да. Будет Динамо, второе имя ее. Эльмира Динамо. Нет, не будет, значит. Так, верните Балтер. Ты с кем сейчас? Я с Эльмирой. Ну, пока мы, короче, притираемся друг к другу. Так. Эльмире 27, ребят. Любушка. Люба, Любушка, целую тебя, Любушки. Не порть ее. Да прекратите вы, но... Балтер вернулся, нет? Он предыдущий, вот сидит. Привет! Налетчик. Привет, бармалетчик. Не знаешь, как у меня залив маленький такой, мы с ним играли, по пяточке. Кузнец молодец, раскололся жеребец, кузнец молодец, раскололся жеребец. По-любому Кариму, 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 давай вот так делаем. Но я думаю, что да? Если ребята на интервью, то не сможет показать тебе отсюда вида моего. Я играю со Степиным ребеночком. Ему 42. С Балтер пишут, было весело. Не пиздите.
Адеев замут... Андриана. Чё детей пугаешь, бородатый дядька? Нет, я люблю детей. Привет, привет. Привет. Кто ведущий сегодня? Приятного аппетита. Ты один постоянно тотчас что-то. Блин, ребят, у меня нету возможности прямо вот, но сегодня нас выпустили с изолятора, и у меня в 11 нас, в 12 почти, выпустили и в час выехали. У меня время собраться было. У меня было практически. С Эльмирой мне не скучно, нет. Да, определись. Балтер зло, не. Привет, Сургута. Сургут, ребятки, обнял вас. Харьков. Здорово. Яна Лав. Покажи Криса Артема. Бля, слушайте, отстаньте, пожалуйста. Крис могу показать. Ну что, где тут у нас казенный сыр, колбаса? Вон моя. Привет, как семья? Привет. А вы сегодня участвуете? Или вы просто пришли как день? Вы, а почему за вы? Девочка, Балтер, ты что, с ума сошла, что ли? Ну? Так ты фанат Кайбарова. Вы участвуете сегодня? Вы. А почему вы участвуете, если вы... Новогодняя компания провалилась, я со сухую пришел поесть бесплатно. Потерпел фиаско, да? Все, кстати, все на третьем месте. Там уже Крима задана, поэтому участвует. Ну, не знаю. Я с изолятора я выпал. У нас 3 дня. Крима 80, все по 600. Уже 880. Да, а у тебя сколько? Мне брат положил. Я пришел сюда сказать спасибо Петру Валерьевичу, своему родному брату. Так сколько он тебе положил? Я ему 2000 перевел, сказал, Петь, переводи мне как пенсию. 2000 долларов? Рублей, блядь. Рублей. Так скидывай нам тоже. Для Бахенбалтона просто не деньги, 2000, ха-ха. Мне Степа жжет, реально. Ты с кем из двух, не понимаю. Я с Эльмирой. В изоляторе сидел за побег. Леша, не чувствуешь, что ты перерос проект? Пока мне прикольно. Я буду тут. У меня реализуются мои планы, о которых я больше никому не буду рассказывать. Поэтому... Результаты. Я Альбина. Альбина вон сидит, я показывал. С Альбиной, да, она рассталась со мной, не с ней. Я от нее не отказывался. Куда бежал? В караоке в Брянской. Захарова в салоне сидит. Дали за побег 3. Походу меня не замечает. Как это не замечает? Всех замечает. Сказал. Вот, смотрите, вот она, Балтер, она стала девственной, говорю, блядь, девочкой. Ты знаешь, что она хуесосила Ефременькова, когда она общалась с тобой? Помнишь ее сообщение? Да? Я много кого хуесосила. Блядь, ну меня пиздец раздражает. Ефременькова высокомерная. Салам. Я потом писала, блядь, в своих сторисах, что меня не будет. Это меня тоже, блядь, раздражает. Ну, хуя каждую сторис говорит, что меня не будет. Да не вернусь. Слушай, ты такая красивая, у тебя такая кичевая курточка. Соска розовая, ты материшься, как сапожник. Не говори, Костя, вот я тоже. На вы разговаривает. На вы разговаривает. Тогда уже не говори на вы. Почему? Говори... Я сочетание женского. Нет, и мужества. Нет, нихуя. Не работает так. Ну как это? Либо до Талова быть, блядь, ну, быдлом. Кто такой хороший? Я вот, ну, гопарь почти.
Вон еще идет гопник тихо. С кем? Да, сегодня, блядь, подружили. Вчера в сторис в прямых эфирах меня хуесосил. Говорю, блядь, ну... Да, да хуй знает где-то хуесосил. Знаете, у меня такой вопрос. Вот вы ругаетесь здесь, парни, да? Ну, у вас видно ненависть друг к другу. Нет, а что вы не ненависти. Оденете боксерские перчатки и просто не подеретесь, блядь, чтобы поставить точку? Мне это очень интересно. Не, он не может. Точка не поставится. Он может только стул взять, одиночку поделить. Я тебе сегодня с утра сказал, что ты буретку расшибу об башку, блядь, если будешь говорить, блядь, эту хуйню. Да реально, блядь, а как по-другому, нахуй? Какую табуретку оденьте. Да, блядь, да заебали, блядь, реально. Слушай, я с ним, я ему его не позволяю оскорблять, сидит в прямом эфире. Да, блядь, там начинает с хуй нахуй. Я на Валтере, говорит, которая розыск делала, а кухня Билет тут дичь. Все вам не идет. Не идет, блядь, ладно. Куришь, что ли? Часто. Блин, ребят, не курю, реально. Сколько, я не знаю. Дня три не курю уже. Ну, вот когда выпивал последний раз там. Пинчика. Привет, старый. Блин, сам ты старый, ну. С кем ругаешься? С Артемом, блядь, ну. Да все, не буду, ладно, с кем ты ругаешься, с Артемом не ругался. Он дождется, реально, замучу с Крисом. О, я Макован, здорово. Привет, Макован. Привет, Макован. Макован, жулик умер. Хватит, ты сказал, что все плохо. Я не заходил, я искал тебя. Ты представляешь, что было бы с Значкой, ну? Твоя подруга пришла. Балтер, подруга твоя. Вы не знаете, что это? Если она тебя будет бить, говори мне, ладно? Я не буду никого бить. Нет, это не про тебя, про Адриану говорю. Она тиран, ты знаешь, что она скрытый абьюзер и тиран. У меня подмышцы будут, у меня это будет рабочий год. Подмышцы ставят еще уже лет 10, как бы. Да, она не любит, хочешь, Лев? Да, у нас с тобой изначально как бы не сдалось. Почему? Потому что я ко всем подходил, пообщаться, познакомиться, я как бы очень открытый человек. Я к тебе подошел, ты говоришь, сейчас буду с тобой разговаривать, я тебя не знаю. Вот, ну, у меня... были проблемы с девочкой, ты пошел в этот момент, мне кажется, если ты имел тактичность какую-то, просто не подошел ко мне. Не, просто я смотрю, она что-то плачет, а я не просто, когда я как мужчина, не могу смотреть, когда девушка плачет, и то есть не поинтересоваться, что случилось у нее. Потом ты пришел, я сначала к ней, ну, что случилось, она плачет. Потом пришел ты, я думал, может, ты знаешь, что случилось, я не знал даже, что ты ее обидел. Я хотел тебя просить, что случилось, как бы. Просто поинтересоваться, может, кто ее обидел, пошел бы, заступился. Зачем тебе? Ну, у нас отношения, мы сами взяли. Я даже не знал, больше, чем такое, что у вас отношения. Я просто думал, кто-то ее обидел, типа, хотел спросить, что случилось, и почему она, почему еще куда слезы довели. Потом я узнал, что ты, потом смотри, куда ты пришел. Не я, она из-за меня плакала, вот, разные моменты. Из-за тебя пришла, да. И я смотрю, ты пришел, ты начал уже с ней, как бы, так скажем, успокаивать ее. Я уже понял, я поэтому говорю, и ушел. У меня нет никаких к тебе вообще, ну, я с позитивом ко всем, вообще. Просто в ненужное время, в ненужное место, возможно, так. Нет, не переживай. Я же тебя переживаю, потому что ты с Адрианой. Не переживай, все видят, все знают, все понимают. И знают, я как личность, то, что со мной так не будет, как она обладает. Они говорят, они не узнают ее, что она со мной уже не будет. Да? Ну, как бы мы уже обвинили себя и парой. Да? И мы все ну, ладно. Все хорошо. Слушай, я буду рад. Ты сможешь ее
укротить. Давай будем дружить, ну что, все, здесь нет врагов. Да, согласен. Единственное, ну я не могу терпеть, кто за глаза говорит, я не... Вот я сейчас с Артемом разговариваю, я не терплю, когда люди за глаза говорят, да? Ты иди, скажи мне в глаза, что ты слышишь. Прямо фибир, там, или что-то. Ну, вот такой момент. Для меня, в принципе, мое мнение сформировано по этому человеку. Ну, сначала мне вот в ремонте скажу, как бы не за глаза. Да. И, знаешь, это было сказано не за глаза, это было сказано как контекстом, даже с моей стороны. Но я тебе скажу так прямо, потому что вот я сначала с твоей стороны, не знаю тебя, по твоим действиям, я смотрю, ты прям, ну, ты очень хитрый, очень хитрый. Вот, да. Да, по моему мнению. Потому что ты, знаешь, и с одной стороны, и с другой стороны, вот так, как бы, ты можешь обойти так, что даже никто не поймет. Я прикалываюсь. Ты знаешь, все, что я делаю, вот если хочешь, чтобы узнать меня, поговори с Димкой Васильевичем. Я, кстати, с ним хорошо. Вот. Но он тебе расскажет все. А еще у него нужно по-английски говорить. Привет, ребятки. А то что-то с одной, что-то с другой, да, что-то видишь, юлишь. Вообще не юлю. А мне Степанец. Все, все открыто, если честно. Не, знаете, самое главное, что когда сообщение, это самое четкое, когда открыто. Без всякой маски, без всякого там честно, надумья, наигрывания. Она мне нравится, она сексуальная. Ну, в общем, пойти у тебя больше не раскладывается скорее. Ой, пример. Это джин-тоник. Степа, это джин-тоник, блядь. Нормально. Да, красавцы. Красавица. Не насытился. Стёп, это мой джин-тоник. Реально джин-тоник? Да. Нормально, спать. Все. Сейчас буянить начнем. Молодец. Молодец, девочка. Просто красота. У меня. Ты пошутила У меня тоже сын, стаканчик стоял, примитива Димандурия. И он его раз, тоже был таким. И вот такой довольный ходит. Ну, привела водки хрябло. Винчик. Когда на пенсию? Не дождетесь. Ну, когда на пенсию? Давайте, пока он мне не повернется, писать старый. Ребят, простите, пожалуйста, да, что я вас уделил своим вниманием. Так, позови Крис. Нафиг, ну. Вон она там. Топ-дог. А ты тренишь сейчас, нет, Валка? Ты тренишь сейчас? Да, тренируюсь. Тренишь, да, сейчас? Нет, да. Не тренируюсь, сама. Я видела, что на машине ездит, да? Да, я все. Реально? Какой? Мерседес. Это белая твоя? Я не ухожу. Как ты, блядь, делала сумму, блядь, и Мерседес еще? Цешки поедут. Зуба 170 тысяч. О, 170 тысяч. А ты в эскорт вернулась, блядь. Какой, блядь, сейчас? Видели мы твои анкеты, блядь. Это правда? Телефоны твои взламывали. Какой, блядь, помнишь мой был, блядь, когда я, блядь, да, я реально, там первоначально. Что вы тут все собрались, я не понял? А? Там Балтер, что ли? Да, Балтер пришла, на проект заходит, к Лёхе. Да. Все, короче, после Балтер звезда. Пойдем покурим? Я сейчас в магазин пойду, я возьму. А. Ну, у меня есть еще вот. Да, возьму. О, козлина. Вы что? О, шо? А шо? О, Ромашов, знаешь, не смухалась, не спилась. Не скололась, да? Да ты что? Да, зря ты пришла сюда. А ты куришь, что ли? Нет. Тогда выпью. Ну, смотрите. Я хочу летом попробовать
Ты к Артему неровно дышишь. Еще его не трогаю, блядь, не замечаю максимально, ну. Но... Движуха там у вас. Давай с Крис мути. Верни Артура. Чья малыха? Степина. Мисс Эльмира. Эльмир, а ты где? Я тебя ищу вообще-то здесь. Эльмирочка, давай сюда, подгребай. А тут твое кофе, сейчас Степина дочка пила. Что за детеныш у вас? У нас Настя Бигер. Где Настя Бигер? Настя вон сидит с Женькой. У них все хорошо, ребят. Не переживайте. Не дождетесь. Ну, Алексей, не сни. О, Алексей. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. С прошедшими. Вас... Привет, Майя. Привет. С прошедшими. Привет, ребят. Это еда. Это еда. Айш, давай. Ага. Вы сегодня участвуете? Типа да. Ой. Ты ревнуешь Артема Кристине? Я просто не хочу, чтобы Артем с Кристиной был, блядь, ребят. Это разные вещи, но ревнуешь. Скажи, пускай Балтер не матерится, то ребенок. Альбин, не показывай ребенку руке. Ну, лицо я имею в виду. Вы друг на друга скидываете, а вы друг на друга. А кто? Что он любит? Наташа, короче, хорошо. Сказала, что если ты купишься, а если ты купишься, то я хочу выходить. Ты, как всегда, красивый. Невероятно выходить первым. Главное, лучше. Он не поедет с ней, да? Да, он меня любит Бля, вы все слышали? Надеюсь, нет? Алексей, не будь строг к Артему, он добрый малый. Да, бля, дело не в добрый. Зачем за глаза, блядь, говорить хуйню всякую, ну? Добрый малый. Да, это Степин ребенок. Степа, Степа. Да, блин, у Ромашова с Бигриной все нормально, ребят, ну хватит, да. Что в ТТНе меня заблокировали, блядь, за маты. Ну, не за маты, а заблокировали за сексуальный какой-то подтекст. Я написал поддержку, в службу поддержки. Ну, в общем, жду решения.
Иди нахуй. Ну зачем ругаетесь? Ну, чего вы взяли, что они наркоту берут? Нет. Во-первых, Женька с Настей, они на спорте постоянно, я их вижу. Настя постоянно готовит ему, они в движухе. Ну, слушайте, они же в коллективе живут. Если что-то было бы, в любом случае, ну, мы бы это видели. Нет, ну, не несите ерунду всякую. Всем привет! Да. Димас, что я за глаза говорю? Хоть раз матерное слово какое-нибудь сказал я про Артема в прямом эфире, что он там, блядь, такой-сякой. Просто я говорю, высказываю свое мнение, нейтральное, что не хочу, чтобы он был. О здоровом теле. Смотрите, самый импозантный, красивый мужчина пришел одетый. Опа! Вот это лук. Опа! Да, педали, смотрите, педали какие. Охотничьи, зачет, видел, да. На охоту вышел. А знаешь, брюки почему мятые? Чтобы видели, что холостые. Да, слушай, это классно ты сделал. Это... А ты, говорит, знаешь нашего Олега, говорит, ну, как, какого? Говорит? Ну, крокодила Данди. Почему, говорит, он Данди? А ты, говорит, всех подруг его не видел. Сука. Крокодилов ловит. Артем Захис, так, на маникюр ходил? Не, я сегодня пойду. О, дядя Коль, привет! Здравствуй, дядя, как ты? Нормально. Привет. Как ваши дела? Привет, хорошо. Ты в ТикТоке снимаешь? Да. А, ну так. У меня просто песня новая вышла, да? Я хотела на звук. Ой, ну давай. Ну давай сейчас я буду готова. Угу. Так, надо закинуться. Давай. Я в прямом эфире, Димков. Не закидывайся. Ай, вау, Колян, девушка, бля, въебнутая, Диман мужик. Почему Даня женская прическа? Даня, ты кто такой Даня? Я не знаю. Проектор, что бывает на доме, да. Леша, попу Диме еще поцелуй под халип. Бля, слушайте. У нас такое общение. У нас с Димасом друзей, блядь, больше, чем ну, у кого-либо здесь на проекте. На камеру играешь, что плохух нет. Вот такие вы ебанашки. А вы же на свободе уже, да. Алена с Никитой? Да. О, Настя, смотрите, красавица какая, да? А вы говорите. А для кого эфир? Вообще не для кого. Можете, ну, взяться за руки и двигать отсюда. Что у вас за конкурс? А что, Димас разошелся? Да, Балты в Италии обратно, закрыть границы. Где Вика? Не знаю, ты с кем сейчас в паре? Я ни с кем в паре. Просто мы сейчас... Мы сейчас общаемся с Эльмирой. Крис. Смотрите, какая мамочка, мамочка идет, мамочка будущая. Смотрите, какая красивая куколка. Красивая такая куколка. Да? Самая красивая. Кто там куколка? Ой, дядя, она разговаривает. Давай. Иди ко мне сюда. Давай, иди, моя хорошая. Не хочет, мужик. Да. Боится мужчин. Тебе. Артем прилипал. Кристина самая красивая. Ну да, Кристина, красиво. Я привезла собаки, да?
Я не знаю, где Эльмира, она вышла или нет. Ее нету. Кристина будет хорошей мамой, да. Эльмира или Альбина? Процентное соотношение. Да нет процентных соотношений. Мне нравится Эльмира. Ну, брянская в блоке у меня. Девочка Степа. Где Вика? Не знаю. Где Эльмира? Эльмира самый красивый, да. Степин ребенок. Степа ребенок. Балкер там. Что за собрание? Ну, не знаю, может жалеет, может нет. Без уста не дам. Чё ты один сидишь, бухаешь? Я не бухаю. Я запутался. Мир, Альбина, Гарем. Нет. Где Захарова? Пропустила, куда он пропал. Сейчас приедет. Она с Димкой муть. Захарова. Покажи, кто там сидит. Не покажу. Эльмир, Эльмира, иди ко мне. Твой кофе пила дочка. Твоя пила дочка. Яна топит. Каким Димкой Захарова мутит? Вот с этим, с Васильевым. Что с Васильевым? Захарова яйки подкатывает к Димасу. Да. На самом деле она лечит мою душу. Блядь. Вы знаете, что он даже ее припипирить не хочет. Сидит, стоит сейчас, там чешет здесь. Ну, так чисто юзает даму. Не, Захарова нас не смотрит сейчас один чел. Захаров молодец. Вот мне вчера было плохо, я выпил успокоительное, не мог уснуть. Она меня так по спинке почесала, и я... Блин, ну это, видите, это все, это забота называется. Да. Что за мотыгу ты привел? Да, блин, хватит, а. Покажи народ. Даша помахать. Вика ушла. Только эфир не выключай. А что не выключать? Твой кофе, ага. Эльмир. Лера, привет, как дела? Сразу. Ну, не знаю, что у меня кофе не отстирывалось, короче. Думаю, блин, ну, а жалко, купал его за десятку. Друзья, опер, давай. Кофта огонь, да, ребят, согласен. Сегодня сейчас замутил с изолятора. Вышел когда.
Что за Лера, не скажу. Андрей, Андрей, привет, привет, Андрюх. Андрей, давай мы вот с Димасом к вам в облака придем. Да, хорошенечко потусим. Да, мы холостые, ну, вернее, он холостой. А ты что, нет? Да. Ты нет, что ли? Я, да. А, ну, пока моя не слышит, он с ребенком сидит. Моя с ребенком. Короче, надо собрать всех девочек самых таких, в Москве. Вот я зашла за Захарова, ничего не говоришь. Собрать в Москве и на картошку их отправить. И мы с Захаровой приедем. Слушай, Захаров на самом деле молодец, что мне девчоночек подбирала. Ну классно. Захаров, почему избирательная такая фигня? Так, Леша, что за эфир? Да. Выйдите со мной на связь, пожалуйста. Вообще... он занят. Ты занят вообще-то, пишет Захарова. Ну, он занят, да, согласен. Но он старается пока быть свободным. Мы ищем третью. Да. Третью. А, Соловей, да, тоже. Соловей запросто, Андрюх, да. С кем Андриана сидит? С парнем. С кем ребенок Степа? С Эльмирой. Артемка хвостик за Кристиной, не знаю. Не пофиг вообще. Я с Эльмирой общаюсь, мне нравится эта девочка, и у нас есть взаимопонимание. Вот она, смотрите, красавица какая. С белой скучно не будет. Не Эльвира, а Эльмира. Ребят, Эльмира. Я с Эльмирой. Нет, с Брянской не буду вместе. Да не надо никакой свет править. Он может быть выбрать. Адеев, ты выглядишь моложе, чем Ромашов. Адеев моложе, чем я выглядит. Ты что, офигели? Он вообще фору даст любому 20-летке. Да, кстати. Вот кто говорит, меня что я старый, короче, могу выебать кого-нибудь. Ну, если эта девочка симпатичная, я говорю. А если пацан, может батл устроить, выебать какую-нибудь девочку. Вы еще этого не видели, это будет в эфире. Блядь, ржака, я выпал бы это. Ромашов самый секси, согласен. Пусть Ромашов будет. Ходячий секс. Ромашов ходячий секс. Хромосос. Хромосос. Так. Я сегодня Сашку увидел, когда ну, с девчонками. Саш, реально, скажи, как будто мы не расставались, да, с Нового года? Ты меня вспоминала хоть, нет? Я тебе говорю, я на тебя тоже хотел передернуть даже раз. Да. Было. Был грешок. А где Ирка? А это кто? А? А, да. О! Привет, Тань! NBA фантастик. Иди обнимем. Еще раз. Привет, пожалуйста. Так, Захарова свали. Нет, Захарову не трогайте. Слушайте, Захарова Кент мой. Она нам обещала, не игнорируя, нет.
она нам обещала с Димкой ночь любви устроить на двоих. Поэтому, ну, у нее просто жизнь заиграет новыми красками. Когда два друга в ней встретятся. Янка, прости. Где Алена? Алена, нужны уроки материнства. Уроки материнства? Да, пожалуйста, конечно. Ну, только ты нормально подписывай. Да, да, да. Вот так нормально? Тань, как уроки материнства проходят, нет? Ты детей не боишься? А? Детей не боишься? Нет, конечно, я их обожаю. Ты что, я живу детьми, да? Конечно. Я... Но полнота, 17 лет. Полнота тебе, тебе к лицу полнота. К лицу? Да. Нет, я привыклась, потому что я весила 40 килограмм. Ну, сейчас будешь 72-73 весить, даже, да? Нет, не буду. 9 месяцев. Ну, у меня мама 50 килограмм в месяц. Это смотря какой ребенок будет, крупный, не крупный. Так, спасибо. Захарову засадил? Захаровой засадил? Нет. Эй, хуй! Что так базаришь, а? Эй, хуй! Что за мероприятие у них? К чему готовиться? Готовьтесь к сексу, всегда будьте готовы. Конкурс за квартиру. Ромашов наркоман. Да, блядь, да нет, ну вы что, прекратите. Да, лекция. Эдмир, ну что, пойдем сегодня делать такого? Так что, раньше дом 2 был лучше. Да вы что, блядь, раньше, вот знаете, вы как бабки, блядь, вы вспоминаете бабок, блядь, в подъезде. Дом 2 обновляется, скоро, конечно. Дом 2 такой охуительный будет, вот увидите. Да. Чуть-чуть, особенно и, в марте. И никого не будут брать еще сюда, будете, да, заявки, будет миллион, заявки, блядь. Никого не возьмем. Да. Даже если вы самая дорогая скорбница. Да. Ну, приватный кастинг. Да, приватный кастинг. Провожу сейчас на данный момент я, потому что я холостой. Поэтому ждем, девчонки, ваши. Вы знаете что? Вот мы с Димкой дружим, короче. А когда два друга встретятся в одной кастингуемой девочке, это вообще великолепно. Это вообще, это они поздороваются. Да. Предоставьте нам такую возможность, красивые скорбницы. По бартеру только работаем, не за бабки, ну. Вы же понимаете. А я видел, вы стояли в магазине, когда я стаканчики хотел купить. Да, да. Тебе они сказали, да? Не, я говорю тогда, ну я предложил альтернативу. Давайте я стырю тогда. Ну, стырю. И сколько бы они тебе их продали? Ну да. Нет, я бы так ушел и просто ради уважения уже как спросить не хочется. Мы туда не пойдем. Вас туда не возьмут, потому что у вас аватарки нету, ну. Ну, потому что вы по... Дима самый крутой, да, согласен. Ногти, а я сегодня пойду ногти делать, ребят. Я сегодня пойду ногти делать. Будет супер дизайн, охереете. Да. Дима страшный стал, как покрасился. Вы не понимаете в красоте ничего. Не понимаете ничего. Да. Главное это не ногти, не это. Главное это пресс. Дима сейчас про деньги говорит, так что... Да.
Кристина и Артем расстались, да, да. Я помогу им не быть вместе, ребят, прекратите. Дружит с Артемом с тобой. Безус испортил проект. Чем он испортил проект? Безус красавчик. Да вообще реально, ну. Надо просто с ним... У него тоже пресс, кстати. Да, он, кстати, сейчас делает из себя атлета. На Мэнс Физик пойдет. О, Маринка, привет, привет, дорогая. Дюссельдорф, Бадеборн. Поверни камеру. Вон моя, смотрите, с ребенком. Вон, смотрите, Никита с Аленкой, а вы говорили, расстались, расстались. Все у них хорошо, ну. Это с Артема берут, с Кристиной пример, да? Эльмир, аккуратно, аккуратно. Вот моя, смотрите, готовится уже к детям тоже. Так, это неинтересно. Это тоже у нас Маюха собирается. Ирка, друзья мои, Сашка. Визажист. Катя Горина. Красотка. Я, короче, выхожу с изолятора, и там это лежит Катя Горина. Фамилия, говорю, блин, плохой знак. Ты ведь другой был. Не, был вот с Альбиной. Вот она. Но она меня бросила и не хочет быть со мной. Альбин, будешь бутерброд? Бутерброд будешь? Сейчас я вот поставлю пока. Передай Горину, она скоро будет мамой.
Кать Горина, тебе передали, что ты скоро будешь мамой. Все. Ну, сказали, что скоро. Ну, ладно. Короче, надо обратно. Смотри, зови Колю пообщаться. Прям сильно красный? Парни, седьмую, шестую, то, что вы сейчас правите, еще красный убирайте. Балтер, идем сюда, Настя, попиздим. Лех, что ты скажешь? Со старичком идем, потрясим. Смотрите, Настя. Это без задавайте фильтра, но я да. Без фильтра. Красиво. Леш, как думаешь, сколько мне лет? А тебе, не знаю, год 24, да? 21. Да? Серьезно? Ты тоже старый? Я тоже где старая, мать? Как ты. Как? Балтер купишь. Да ладно, что они... Слушайте, хорош, но... Если вы меня не любите... Ты такой популярный, тебя смотрят 717 человек. А что, я популярный разве? Это много? Ну, это много. У меня 7 тысяч смотрят. Убей ее, меня не хотят. Идет на голые кулаки. Вот знаешь, так неприятно, когда люди думают, что я больная, хотя я поменялась. Знаешь? Wi-Fi перестает работать. Она нормально стала сейчас, смотрите. Ей, ну хватит, Катя, я нахуй заблокирую тебя сейчас, если будете писать эту хуйню, ну. Иди на завод. Убийца района. Я помню Малыгин, короче, это. Блять, ты представляешь? Он что-то напиздел, там, говорит, Балтер там не побил. Реально, блядь. Не, он хороший парень. Знаешь, что, ну, да что хороший, ты считаешь нормально, когда парень красит ногти? Я, блядь, красил ногти. Пьяный, знаешь, набухался, блядь, написал здесь Бородуля, здесь Саша Растер, блядь, черный мыки такой, ну, вообще в говно, и Бородиной скидываю. Сторис, она ржет, блядь, говорит. Я говорю, Ксюх, это любовь всей моей жизни. Ты набухался? В говно, блядь. Ну, блядь, видишь, ты просто набухался. Если бы ты просто а потом еще два раза, не, краснили. Сегодня иду на маникюр, я наклейки делаю. В смысле, а нахуй ты это делаешь? Наклейки делаю. Зачем? Да похуй мне. Я из тех людей, что если мне на лбу даже пидор, блядь, будет написано, ты же нормальный пацан. И что, блядь, ну, это стереотипы все. Ты же нормальный пацан, не занимаешься такой хуйней, ты чё, какие? Не занимаюсь. Не красишь ногти, чё? Блядь, я не крашу ногти. Но ты же говоришь, собрался на наклейка. Наклейка. Какие, блядь, наклейки? Хуй. Блядь, Георгий, я думал, ты нормальный пацан. Ты офигела, что ли, слышишь? Балтер мне нравится. Вау, какой маникюр. Балтер идет. Балтер, тебе идет скромность, говорят. Да, еще говорят, то, что пиздеть научилась нормально. А я всегда нормально пиздела. Ну, то, что не ругаешься матом, что стала женственной. Что ножик из-за пазухи не достаешь. Сейчас, когда стану... Тут пишут, только хуй не доставай штанины, и все. Леша, оказывается, ты ненормальный. Почему? А Градеев не красит ничего? Да я не буду красить ногти, прекратите, я не крашу ногти. Ребенка нет, здесь он ушел. Да. Кошмар. Кто такой Балтер? Мужик не красит ногти. Ну да. Дом 2 столько бартеров перевидел. Настя, дом 2 столько бартеров перевидел. Бартеров? Да. Ой, привет. Я видел, как... А Балта была? Да, это не она была. Она. Ты не сегодня, да. Какой? Жалко. Балта, пошли! Так, я даже как на вышке... А здесь от скотча, блядь, не отстирывается. Черного. А, да? Блин, все равно прикольно. Ну, а сзади? Я знаю, что Настя говорил. Все, кто, блядь, бартером занимается, те, короче, шлюхи и... Ты бартером не занимаешься? Нет. Еще бартер не дают просто? Не дают. Я просто не прошу. Не просишь? Не, ну это раньше я так думал. А сейчас бросишь, да? А, нет, а сейчас так не думаю.
Сейчас, вот знаешь, что мы когда по бартеру кокс заказали, самое лучшее было, бля, вот это. И шлюх, ловишь? И шлюх, блядь, да. Реально. Серьезно? Серьезно. Просто, ну, они бизнесом все занимаются, их странички левые, ну как, рабочие отмечали, и все. Серьезно. Я никогда у Димки спросил. Косметологи. Да, косметологи. Массажистки. Прокат машин. Есть чем-то подписчик помогает. Ну, естественно, слушай, бы такой ресурс бы это оставлять без внимания нельзя. А что, как пицца, Леша? Пицца хуй лучшая в мире. Отдаешь? Конечно. Иди, пожалуйста, спрыгни с окна. А, я кого-то заблокировал. Ну, он мне сказал спрыгни с окна. Или не мне? Где пицца? Дима Бабник. Дима не Бабник, Дима однолюб, как и я. Зря вот так. Все часу, чтобы здесь посидеть 5 часов. Быстро! Пожалуйста, прошу, где Крис? Крис где-то здесь. Я еще маю трафику. А парень, ты есть у тебя бутылка? Нет. Нету? Сложно? И что? А что, ёбнутых нет? У меня тоже ёбнутые, что? Я такая, у меня сейчас только, знаешь, бокс. Ой, это всё хуйня. Я такая, блядь, слишком человек слегка. Мне пойду в этот, в Крилку. Блядь, съешь, не тыркай, блядь, пиздец. Да?